Усидеть в кресле любой ценой. Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт снова обвел вокруг пальца депутатов ПАСЕ. Согласно договоренности, он должен был подать в отставку накануне на заседание бюро ассамблеи в Праге, но покинул его, не выполнив обещание. Депутаты добиваются отставки главы из-за его скандального визита в Сирию в компании российских депутатов. Согласно новой договоренности, судьбу президента ПАСЕ решит группа Европейской народной партии на следующей сессии, которая состоится в конце июня.